Меня зовут Александр Кошкин, вот, я работаю в компании Positive Technologies. Вот, мы занимаемся информационной безопасностью, вот, но тот отдел, в котором я работаю, мы еще заигрываем со всякими прикольными технологиями, такими околокомпиляторными. Вот. Сегодня я хочу рассказывать про проект PyPy. Вот, если кто, я думаю, все же знают, слышали, да, про проект PyPy. Ну, то есть, вот, поднимите руки, кто не слышал, что это такое, прям, что это такое. Ну, нет таких людей. Вот, ну, в любом случае, у меня этот слайд есть. Короче, если кто не знает, проект PyPy, ну, формально, это некая репа на Bitbucket'е. Вот тот факт, что она на Bitbucket'е, в принципе, тоже доставляет, это означает, что, ну, люди любят странное, в общем, ну, допустим. Как бы. С другой стороны, есть зеркала на GitHub'е. Вот, так что. Значит, что же такое PyPy, спросите вы? Я бы ответил на этот вопрос так. PyPy — это такой очень крутой фреймворк для написания динамических языков программирования. Динамических языков программирования. Фреймворк. И помимо этого, это еще такой затянувшийся, уже всем поднадоевший туториал по вот этому фреймворку. Вот там они заимплементили какой-то язык программирования, как там Python, что-то такое. Вот, короче, в качестве туториала вот можно еще туда посмотреть. То есть это фреймворк для написания динамических языков программирования. Тем не менее, мы вроде как все питонисты, и мы хотим... Ну, то есть я в качестве подачи, да, чтобы заинтересовать, так сказать, хоть как-то людей в этом топике, хочу вот показать, что как интерпретатор Питона, то, что там есть, оно работает очень хорошо. Вот, допустим, я написал вот такой кусок кода, который вообще не имеет никакого смысла. Ну вот, допустим, есть функция вычисления модуля от числа, от какого-то value. Вот. Ну и понятно, там, если value больше нуля, возвращаем саму value, если меньше нуля, умножаем на минус единицу. Ну, я здесь специально, кстати, умножил на минус единицу, а не минус value, поставил там немножко разный байт-код, получается. Вот. Ну и, допустим, я вот этот код гоняю в большом лупе. Вот. Ну, это какая-то функция. Вот. Смотрите, луп очень большой, миллиард. Да? То есть миллиард раз я вызываю эту функцию. Вот. На PyPy это 1 секунда. Вот. На Python 3 это 2 минуты 2 секунды. Вот, то есть на C-Python, да? 120 раз быстрее, Карл, да, я мог бы сказать. Вот, я думаю, что внимательный зритель, конечно, поймет, в чем тут дело. Вот. Но если ты такой внимательный зритель, такой, да я знаю, в чем тут дело, вот, то попридержи коней, я потом как бы расскажу об этом немножко. Вот. Но тем не менее, если бы я рассказывал про интерпретатор Python, я бы сказал, круто. В 120 раз быстрее. Расходимся, пацаны, вопросы там, вопросов нет, все, расходимся. Вот. Однако, не в этот раз. Для меня как бы интерес не в этом вообще заключается. Вот. Мне интересно, почему PyPy такой быстрый. Ну, все знают, что PyPy быстрый, потому что JIT. И мы вот часто где-нибудь там на Хабрахабре или где-нибудь там вышел PyPy 1.2 или что-то. Ну, у меня очень старые эти воспоминания в голове, там уже далеко не 1.2. Но тем не менее, и там он ускорился там на 3%, там что-нибудь такое. Вот, они там оптимизировали JIT. Но что это значит? Для нормального человека вот... сама фраза, что внутрь C-Python, ну, грубо говоря, есть некий C-Python, обычный наш Python, и как-то его смогли ускорить, допустим, вот PyPy — это такой C-Python, который ускоренный, и с помощью JIT-а, что такое JIT? Это какие-то просто костыли, которых туда навалили, и там, типа, здесь немножко можем сократить время, здесь немножко, и как-то оно быстрее работает. Или это не так? Или есть какая-то красивая, круглая, стройная идея, которая вот оборачивает всю вот эту вот концепцию динамических языков программирования и Python в частности? Вот оказывается, что это второе, это красивая, круглая идея. Вот. И я сегодня хочу рассказывать про вот эту красивую, круглую идею. Я хочу избегать слова JIT. Вот, потому что это buzzword, и оно ничего не значит, это просто какое-то слово странное. Вот, и я хочу быть максимально человека, ну, читаемым, потому что я умею быть не человека читаемым, и я хочу, чтобы реально, ну, до всех вот, до всех дошло, потому что корневая идея очень простая. Ее все поймут. Так, вот, у нас будет немного кода, но он достаточно
достаточно простой, и он, в принципе, в тему будет. В чем же тут прикол? Ну, я хотел рассказать о том, почему динамические языки в принципе тормозят. Вот. Эта тема сложная, лучше я не буду ее сильно глубоко развивать, потому что я могу уйти куда-то вот совсем в сторону, и мы не успеем. Вот лучше, если что-то вы не понимаете, лучше подойдите там, ко мне позже, и, либо там, на вопросах спросите. Но как бы, суть такая. Динамические языки — это языки, которые делают все то, что делают статические языки в compile time, они делают это в рантайме, то есть это означает там байндинг переменных, кодогенерации, вот это вот все. Все это в динамических языках происходит в рантайме. Вот. Помимо этого, из-за того, что есть лейт-биндинг, из-за этого паровозом подтягивается такая штука, как динамическая типизация. То есть типизация сигнатур функции может быть какая угодно. При этом есть как бы ортогональная ось к этой всей истории про динамическую и статическую типизацию, которая говорит, ну, такая ось, типа интерпретируемый или компилируемый. Интерпретируемый этот язык и насколько толстый у него рантайм, грубо говоря. Вот. Оказывается, что у динамических языков рантайм обычно еще и довольно толстый. Вот мы знаем, что CPython — это динамический язык, и у него реально толстый рантайм. Это вот тот бинарь Python, который мы типа ставим там себе в Linux или на другую операционную систему. Вот. Как это выглядит обычно? У нас есть некая функция крутилка, которая принимает в себя некий, ну так скажем, код. Вот. И распаковывая этот код, эта функция бежит по апкодам этого кода. То есть код представляет из себя бинарную строку, он просто бежит по вот этим бинарным ячейкам и смотрит, если там, не знаю, число 7, то тогда я буду складывать числа. Если там число 8, я тогда буду подгружать что-то откуда-то. Ну вот такого плана вещи. Вот. Здесь мы видим, вот как устроен вот это main loop, например, CPython. Да? То есть, когда работает наш код какой-то, всегда работает вот этот main loop. Это имплементация, например, обработчика одного апкода, вот это binary add. Вот здесь мы сразу видим, что, ну, какие здесь есть оверхеды? То, что у нас есть loop как таковой, то, что нужно интерпретировать байткод, его нужно перебирать, там каждый байткод сравнивать с чем-то. Плюс есть обработчики, то есть это какие-то конечные функции, которые тоже надо вызывать. Помимо этого, вот, например, это обработчик апкода, который складывает числа. Мы видим, что он не просто их складывает, да, он достает их из какого-то места, которое называется value stack'ом. То есть CPython — это еще и стековая виртуальная машина, то есть все вычисления происходят на неком виртуальном стеке. Вот. Он попает, то есть забирает с этого стека значения, передает их в некую функцию, которая умеет на очень базовом уровне складывать любые питоновские объекты. Эта функция передает управление на другую функцию, дергая, да, вот, передает управление на другую функцию, передает туда объекты и указания на то, что числа, что величины надо будет складывать. Потом оказывается, что для того, чтобы это произошло, функциональность по складыванию чисел, она находится в типе тех величин, которые туда находятся, да, потому что мы помним, что в питоне все объект, у объектов бывают типы, типы — это тоже объекты, вот, и, короче, для того, чтобы складывать, например, вот функциональность непосредственная по сложению, она находится в типах, да, то есть в типе int находится где-то там в недрах находится функциональность, которая позволяет складывать инты. Вот, управление передается дальше и дальше, и, господи ты боже, дальше. Вот, и оказывается, что мы можем такой сделать вывод, почему CPython медленно работает. Он медленно работает, на самом деле, потому что мы хотим этого. Это как бы, не то, что мы хотим, чтобы он медленно работал, но это неотъемлемая часть дизайна. Дизайн вот в чем заключается. У нас есть три основополагающие, я бы даже сказал, может, даже две основополагающие вещи. Это то, что у нас есть лейт-биндинг. Вот лейт-биндинг — это, собственно, сейчас я вот покажу. Вот лейт-биндинг — это вот такая штука. То есть из-за того, что
все лукапится в рантайме, да? Ну вот, например, мы хотим в большом лупе вызывать функцию сам object.method и вызывать им на каком-то value. Вот в силу того, что все лукапится непосредственно в рантайме, такой код будет тормозить. Вот. И из-за этого иногда в коде можно увидеть вот такие странные пируэты, когда люди пытаются выносить, собственно, lookup time куда-то за loop. Это довольно странно. Вот. Бывают еще более странные пируэты, когда люди, зная, ну или догадываясь где-то там о том, что разные обкоды питоновской виртуальной машины, а именно load fast и load value, они работают с разной производительностью, потому что у них разная реализация внутри. Они делают вот так. То есть они хотят вот эту величину mo иметь как локальную переменную, но они ее пропихивают как дефолтную величину в сигнатуру функции, потому что этот код в таком случае скомпилится, придется к другому виду. То есть там будет другой апкод, который будет читать из другого места вот эту величину. Ну, тоже, я считаю, как бы одище полное, правильно? Ну, то есть если ты видишь такой код, ну, одище, ну, реально. Вот. Потом есть такая проблема, как боксинг. Вот. Просто нету времени очень много вот этому посвятить, но мы знаем о том, что есть такая штука, как PyObject. PyObject — это такой базовый структ внутри интерпретатора CPython. И мы знаем, что чтобы… Ну, вот эта вот тема, да, что в Python все объект, она как раз вот растет отсюда. То в Python все PyObject. Вот. Я не хочу сильно заглубляться в детали, но просто знайте, что для того, чтобы… Вот это, например, это representation числа 100. То есть это не какие-то нулики, единицы просто от фонаря взятые. Это число 100, которая вот на какой-то сборке CPython я прочитал из памяти. Вот этот там 352 бита или что-то такое. Вот зелененьким, синенький, помечено, собственно, где лежит само число 100. Вот, то есть огромный overhead, да, там все это, ну, типа, в один байт умещается. Здесь, как, опять же, одища какая-то. И от этого никуда не деться. Можем ли мы победить как-то этот оверхед? Вот только что мы слышали, что Миша нам рассказывал, что, ну, ребят, питон есть питон. Как бы мы ничего с этим сделать не можем. В питоне у нас PyObject, в питоне у нас late binding, у нас все, вот, все очень плохо. Можем мы это как-то победить? Миша говорит, что нет, а я говорю, что мы можем это победить. Вот. При этом мы можем это победить без каких-либо хаков. Вот. Так вот, значит, в чем тут штука? У нас есть, значит, наша питоновская программа, которая компилится в байткод. Эта питоновская программа, она рулит интерпретатором и работу выполняет как бы интерпретатор. При этом, если философски посмотреть на проблему, то у нас вот эта вот динамика и неявность, она есть как бы и в том коде нашем пользовательском, и в коде внутри интерпретатора, потому что там тоже есть, ну, просто детали реализации, что это стековая машина, что там есть value stack, там такой stack, сякой stack, там куча всякой такой фигни. Вот. И при этом часть вот этой неявности, которая находится внутри кода пользовательского, она мапится на неявность, которая находится внутри кода самой виртуальной машины. Значит ли это, что если мы как-то сможем в рантайме соединить их вместе, то есть это уже будет, ну, как бы не рант, именно вычисляя какую-то функцию, вот конкретную, очень конкретную, например, там, не знаю, модуль какого-то числа, вот именно в этот момент соединить их вместе, это уже итоговая штука не будет интерпретатором питона, вот эта вот функция, она не будет интерпретируемая питоном, но она будет выполнять какую-то работу. И мы таким образом сможем избавиться частично от неявности и в машине виртуальной, потому что она как бы частично уйдет, и в нашем коде. Вот такая как бы загвоздочка. То есть вот это вот есть вот эта круглая идея, и сейчас я покажу, как это выглядит на практике. Вот, допустим, у нас есть наш старый добрый друг, это функция apps. Да? Вот она принимает value, значит, возвращает. Вот это ее representation в виде байткода. Вот это по сути и есть пользовательская программа. Ну понятно, что рантайм никогда не видит вот это вот все. Вот. Это и есть пользовательская программа. При этом сейчас вот будет страшный слайд, но он не страшный. Я хочу… Это как бы такой что-то вроде написанного на питоне, типа такого мока… Вот этого main loop интерпретатора. Вот. Все, что мы делаем, вот мы тоже получаем фрейм.
Вот мы получаем фрейм, мы заводим какие-то локальные переменные стек, потому что стековая машина, надо все на стеке делать. Мы получаем каунтер кода, чтобы знать, какую инструкцию мы сейчас исполняем. В этом лупе мы бежим по этому коду, и вот непосредственно в этих элифах происходит интерпретация. Да? Мы видим, что если там opcode — это там, не знаю, там load const, то это означает, что нужно на стек, потому что стековая машина, нужно подгрузить из определенного места в фрейме подгрузить какую-то величину, которая была тоже вкомпилена в код. Когда мы это сделали, мы пропушили в этот стек какую-то величину, после этого мы можем, мы форвардим код counter дальше и возвращаем управление в while loop. Да? И, соответственно, ну, дальше забираем следующий opcode и так далее. И так это работает. Вот, например, там, это вот load const, то есть он пушит что-то на стек. Load fast, он тоже пушит что-то на стек, он тоже имеет такое же смещение. Единственное, что, например, у него функция, которая забирает величину, она забирает это из другого места. Понимаете, да, вот там binary multiply, да, вот как он устроен. Мы со стека забираем две какие-то величины, мы делаем pop, засовываем их в функцию «делай мне умножение», и результат засовываем обратно на стек, форвардим program counter дальше. То есть очень простая модель. И вот мы в рамках этой простой модели и вот такого кода можем ли мы соединить их как-то вместе? Вот мне вот интересно, в нулевом приближении, вот у кого какие идеи, ну вот буквально там секунд 30, вот есть такое представление, это код, есть вот такое представление, это его раннер. Можем мы как-то избавиться и от этого в некотором смысле, но оставить ну, вычислимость этой функции вот хотя бы для какого-то значения текущего, которое попало к нам в функцию. Ну вот просто, есть ли у кого какая-то идея? Такой код, раннер. Ну, ладно, не буду, в общем, терзать вас. Что если мы вместо вот этого всего лупа большого и вместо всех вот этих if-else-ов, что если мы просто возьмем и… А, еще, да, еще смотрите. Это тоже важная штука, о которой не нужно забывать, что в этой песочнице, которую мы сейчас рассматриваем, мы пытаемся смоделировать еще и тот факт, что значения у нас как бы запакованы в, ну, в боксике. Это вот, собственно, то, о чем я говорил, что 100 внутри всего объекта — это очень маленькая часть. Вот. Ну, здесь я попытался привести, что у нас есть куча вот таких вот ящичков. Внутри этих ящичков лежат настоящие значения, но настоящими значениями интерпретатор просто не может ими управлять. Вот. Поэтому все значения у нас вот такие вот пакованы. У нас есть long object, который типа int, bool object, который типа bool. Вот. Ну и с этими пакованными значениями мы не можем взаимодействовать непосредственно. Да? Ну вот представьте, что это уровень C был бы. Вот. Мы не можем, например, там складывать два структа, в этом нет смысла. Поэтому мы вынуждены, опять же, пользоваться некими функциями типа API, object API функциями, которые делают нам сложение. Вот, например, addValue сложит нам long object 10, long object 20, вернет long object 30. Вот. Опять же, он не может вернуть просто 30, потому что с точки зрения интерпретатора это просто не заведется. Так вот, можем ли мы смержить код и код виртуальной машины? Можем. Что если мы просто возьмем и подставим место, вот возьмем весь тот байт-код, который у нас был, и просто мы же знаем, какой код мы хотим выполнять. Вот мы просто возьмем и подставим имплементации для каждого opcode вот внутрь вот этой функции. Понятное дело, что у нас останется и стек, у нас останется вот это вот все, но смотрите, мы, например, таким образом сразу избавились от программ-каунтера, потому что все, нет никакой сущности отдельной, как программа, потому что программа теперь является частью вот этого кода. И да, но остался стек. Теперь давайте посмотрим повнимательнее на этот код. У нас остался стек, но смотрите, все, что мы делаем с ним, это какое-то безумие. Вот мы сначала добавляем что-то на стек, потом тут же это забираем.
Потом обратно добавляем на стек, тут же забираем, добавляем, забираем. То есть мы делаем какую-то очень странную работу, хотя этот код, ну, в принципе, абсолютно валиден семантически, да? Что если мы просто вот эти парные добавляем, забираем, просто выбросим и будем использовать те значения, которые нам нужны, ну, нужны непосредственно? Вот мы их выбросили. У нас остался такой код. То есть мы сначала мы заводим себе переменную функция компаратор. Мы же там, ну помните, да, мы исполняем вот такой код, который. Да, хорошо. Вот это. Мы исполняем код, который должен модуль числа, да, вычислять. Вот. Это означает, что у нас там есть сравнение, например, там с минус единичкой, с нулем. И вот смотрите, мы вот здесь как раз и делаем вычисление сравнения в функции компаратор, которая тоже забирается неявным образом. Да? Мы подставляем туда вот эту переменную, как бы динамическую величину из фрейма, и подставляем туда константную величину, обернутую из кода. Можем ли мы от этого тоже как-то избавиться? Ну вот на этом слайде я пытался показать, что на самом деле можно избавиться от функции компаратора, вот, потому что здесь мы его тоже динамическим образом неявно забираем. Видите, здесь написано getComparator 5. 5 — это типа у нас условное обозначение функции больше либо равно. То есть эта функция getComparator, она берет указатель на функцию больше либо равно, подставляет ее в компаратор, компаратор вычисляется. Мы можем от этого избавиться, потому что эта информация уже нам известна. Выкидываем это. Дальше мы видим, что мы используем даже внутри вот этой простой функции, мы используем обернутое значение. Так, сейчас. Что-то я хотел такое показать. Variables. Тут главное не запутаться, да, тут такая тема. Ну, как бы вы понимаете, мы все больше и больше выбрасываем каких-то вещей, которые зависят от неявности, да, от динамической сущности языка. Вот. Здесь мы, например, видим, что мы используем, мы вычисляем вот этот compare result, который является результатом вот этой функции. Мы знаем, что by design вот эта функция должна возвращать bool object. Но мы видим, что этот bool object потом из него дергается low-level value. Опять же, мы можем увидеть, что сам bool object не покидает тело функции. Это означает, что мы можем вообще его не вычислять. Мы можем вычислить только тот low-level value, который там находится. Выбрасываем это. Потом, что еще? У нас есть функции такие, например, как doMultiplication. Функция, которая, собственно, вычисляет умножение. Ну да, и функция, которая делает GTEQ. Вот, мы можем посмотреть на их имплементацию. Обычно, если вы посмотрите сердце CPython, там тоже будет написано, что там эти функции обычно там PyObject, там Number, что-нибудь там GT или там LT, что-нибудь, они как-то так называются. И там обычно написано что-нибудь такое, типа если первый элемент имеет тип там int, а второй имеет такой-то тип, то тогда делай это. Вот. Ну и вот здесь вот там, например, doMultiplication делает то же самое. Мы берем два значения, если типы этих значений, например, инты, то тогда он делает нативный мультипликейшн тех нативных значений, которые находятся там, вычисляет, кладет это куда-то, и потом создает новый long object. И то же самое с GTEQ. Да? Мы сначала сравниваем нативным образом величины и создаем bool object. Вот если мы уже наперед знаем, что мы, например, вычисляем какую-то конкретную функцию, например, abs там, от минус 20, то это означает, что этот весь overhead, короче, который вот здесь есть, это всякие проверки, да, все это не нужно. Если мы уже знаем, что мы вычисляем от long object, и он, например, отрицательный. Вот. Ну и вот смотрите, что у нас получается. Мы выбрасываем сами функции. Под словом выбрасываем, я имею в виду, мы инлайним функции. Вот. И здесь остается только bool object, то есть уже результат работы функции compare. И здесь находится long object, результат функции умножения. При этом внутри мы уже видим, что здесь умножение на минус 1, на нативную величину минус 1.
Вот, раньше она была обернута. Сейчас это нативная величина, и это нативная величина. Потом мы видим, что, смотрите, есть CMP result, и мы пакуем это в bool object и забираем обратно. В этом тоже нет смысла. То есть мы можем пользоваться непосредственно синенькой величиной вот здесь. Делаем это. Дальше мы смотрим на эту штуку. Ну и, наверное, все уже. Да? Дальше уже с этим кодом ничего не сделать. Он уже заточен просто максимально. Что если нет? Что если... Ну вот смотрите, у нас здесь написано, что если какая-то величина больше нуля, то тогда возвращаем не саму величину. Если меньше нуля, тогда умножай на минус 1. Но мы уже знаем, что нас запустили, например, на минус 20. Уже знаем, что она меньше нуля. Это означает, что мы можем оставить только одну ветку исполнения. Мы так и делаем. То есть вы как бы понимаете, да, что вот каждый вот этот слайд, каждое вот это вот упрощение, это все больше и больше заточка под рантаймовую величину. Мы все больше и больше узнаем про то, как мы работаем, и все больше затачиваемся под это. Вот этот код, это код, который примет минус 20, ну он примет фрейм, понятно, в этом фрейме где-то будет минус 20, он возьмет минус 1 и умножить на минус 20 на low level value. То есть этот код уже достаточно быстрый. Что если дальше уже вроде как не продвинуться? Что если мы знаем, что нас почему-то все время запускают с минус 20? Ну вот не знаю, вот так вот нами пользуются, что функция apps все время вычисляется на числе минус 20. Можем ли мы дальше продвинуться? Можем. Что если мы один раз вычислим значение apps от минус 20, закэшим это куда-нибудь и просто сделаем микропроверку где-то в самом начале. Типа, минус 20, все, cached value. То есть это просто отдача одного указателя, это просто мгновенно. Это там типа одна процессорная инструкция, ну там 2-3. Вот. Можем ли мы пройти еще дальше? Ну, казалось бы, мы уже просто не делаем никакую работу. Еще дальше, может быть, куда-то. Знаете, было бы прикольно, если бы можно было вот так сделать. Ну, типа, вообще нет никакого кода. Вот. И оказывается, что так бывает. Вот тот пример, который работал в 120 раз быстрее, это как раз вот пример того, когда происходит именно это. Компилятор, ну не компилятор, а я так скажу, внутренности PyPy, о которых в детали я не хочу лезть, если что, там подходите и спрашивайте, я расскажу все в деталях. Но они понимают, вот эти внутренности, они понимают, что мы не пользуемся значением величины, вот этим вот результатом нигде не пользуемся. Это означает, что этот код можно просто оптимизировать, типа optimized off. Вот, как всякие чуваки из Haskell community любят шутить. Вот. По сути, все, мы приходим, к тому, что от функции практически ничего не остается. То есть буквально может так случиться, что вообще ничего не остается. Вот. Дальше я тут хотел показать еще кучу каких-то штучек, но мне было бы интересно ответить на какие-то вопросы. Я надеюсь, они у вас появились, потому что вот суть. PyPy. Фреймворк для написания динамических языков программирования, которые очень сложные внутри, вот из-за вот этого вот всего, это там late binding, boxing и вот это вот все. Производительность может быть достигнута, но не тем путем, как она достигается в компилируемых языках. Она достигается с путем специализации в рантайме. При этом очень важна отдача информации от рантайма. Мы должны понимать, что мы исполняем, и только так мы можем заточиться и выполнить быстро. Вот, как-то так. И все, спасибо. Я хотел бы услышать какие-то вопросы. Если есть, конечно. Вот, кстати, если кто захочет поиграться с PyPy, вы когда его склоните себе, вы увидите, что по сути он представляет… Раз. Ага. Да-да-да. Есть вопросы какие-то? Да. Угу. Ага. Привет. Привет. Меня Семен, кстати, зовут. Такой вопрос у меня, ну то есть я думаю, здесь большинство знает ответ на этот вопрос, но мне кажется, он должен здесь прозвучать после такого позитивного доклада. Если все так кучеряво, почему C-Python еще живой и все не пишут на PyPy? Ну, если все так кучеряво, почему Python 2 еще живой, правильно? Ну, мне кажется, аргумент как бы, ну реально. Есть третий питон, почему второй живет? Мне кажется, это связано с какими-то болезнями вот, в комьюнити. То есть мы все люди, что можно требовать? Просто штука в том, что во многом,
у совместимости PyPy с CPython есть проблемы, там реально даже на уровне питоновского кода есть некоторые разночтения, то, как это понимает, один и тот же код понимает PyPy и CPython. Но в принципе они очень совместимы, поэтому да, ты можешь, вот у тебя есть куча питоновского кода, вот ты его запускаешь, тебя что-то не устраивает, просто качаешь PyPy и просто вместо Python пишешь PyPy и смотришь, работает, не работает, там проходят тесты, стало ли быстрее. Если стало быстрее, все, все. Это drop-in replacement. Пользуйтесь. Ну, окей, спасибо. Да, так вот, если есть у кого-то еще вопрос, я просто хотел... Ага. Есть, да, у кого-то? Нет? Я просто еще хотел добавить. Это очень интересная тема сама по себе, в том смысле, что... Вот PyPy быстрый, потому что JIT, но, чуваки, нет такой штуки, как JIT в PyPy. Никто не писал никогда JIT для PyPy. Вот это вот основной разрыв мозга, что JIT, он, короче, создается из питоновского представления PyPy. То есть PyPy — это, ну, некий питоновский код, да? Вот. Из этого питоновского представления генерится виртуальная машина с JIT-ом. Вот это разрыв мозга и... Ну, просто чтобы это осознать и чтобы реально это прокрутить у себя в голове, вот уходит какое-то время. Читайте их PhD-диссертации, они пишут прям PhD-диссертации по этому поводу, статьи в академические журналы. Это очень клево, то есть, ну, это реально cutting-edge технология. Вот. Да, еще хотел спросить, а в итоге получается у нас первая генерация байт-кода занимает дольше, чем в питоне? Первый вопрос. Угу. Это, а второй вопрос, по факту, если у нас там, не знаю, из def.u.random прилетает значение, то мы не получим никакой оптимизации. Тоже правильно понял, неправильно? Так, ну смотри, тут же понятно, что заточка кода, она происходит на очень большом количестве разных уровней. Это вот отвечая на второй вопрос. Если мы из def.u.random, ну, из u.random мы вообще получаем просто какой-то поток байтов и непонятно, как их интерпретировать. Допустим, мы получаем поток чисел каких-то, вот разных, там целых, нецелых, отрицательных, ноль, там пи пополам, еще что-то. JIT, я не хочу использовать слово JIT, потому что оно непонятное. Но, тем не менее, там есть JIT, который очень быстро просечет, что мы используем этот код в контексте чисел, например, целых или с плавающей точкой, и он очень быстро поймет, как именно, по каким ифам и куда мы гуляем, какую функцию мы выполняем, он поймет, что мы делаем внутри этой функции и так далее. И код очень быстро заточится под то, чтобы работать быстро с там флотами, которые там больше 5, меньше 6, и интами там от 10 до 100. Очень быстро это произойдет. И это будет работать как машинный код практически. Тогда добавлю еще раз вопрос. А получится так, что, допустим, нам иногда будет выгоднее делать сортировку, если у нас какая-нибудь мешанина из данных, выгоднее делать сортировку и по ней прогонять, вместо того, чтобы там прогонять по мешанине данных. Ну, у нас, допустим, напиханы там флоты, инты, стринги в разнобой просто. Ой, это хороший вопрос. Если мы, то есть, да, если мы подаем на вход какой-то функции прям мешанину из большого количества разных типов, то здесь одна из крутых оптимизаций, которая называется полиморфный inline кэш внутри PyPy, она перестанет работать. Полиморфный inline кэш — это когда внутрь вкомпиливается там несколько ассемблерных инструкций, которые просто конкретно смотрят, если этот тип, то сразу jump туда, если этот тип, jump сюда. Там такая эвристика, что если их там, вот этих вот типов наблюдаемых, больше, чем какое-то количество, этот inline кэш не создается. И вот в этом случае, который ты привел, могут быть с этим проблемы. Вот эта эвристика не сработает, и эта оптимизация будет отключена. Но тем не менее, ну как бы остальные оптимизации останутся. Я вот к тому. Вот. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Дилетантский вопрос такой, скажем. Предположим, что я ни разу там не слышал про PyPy, шел там первый раз и услышал. И услышал здесь такую фразу, что это не интерпретатор, это фреймворк для динамических языков. Да. А могу ли я в теории там PyPy использовать, скажем, для PHP или для Ruby?
И, да, можешь. Это фрейм, то есть под словом фреймворк я подразумеваю слово фреймворк. Ты можешь, а как это делать? В двух словах. В двух словах. Вот то, о чем мы сейчас говорили. Внутри, как бы, внутри проекта PyPy существует некий миснейминг, да? Потому что внутри проекта PyPy есть интерпретатор Python, вот имплементация интерпретатора Python, который интерпретирует Python, который называется PyPy. Но вообще, помимо этого, внутри проекта лежит фреймворк для написания языков программирования. Так вот, PyPy, который интерпретатор PyPy, он использует этот фреймворк. Я и говорю, что это просто затянувшийся дурацкий туториал по вот этому фреймворку. Вот. Ну, то есть, как бы, если я захочу, например, если написать да. PyPHP, то я там должен это сам сделать. Я тебе больше, ну, ты можешь взять этот фреймворк, понять, как работает PHP, почитать там спеку, там вот это все. Ну, то есть, да, программирование. Вот, но тем не менее, ты берешь этот фреймворк, в нем куча всяких фасилити, там как парсить текст, как генерить там байткод, как этот байткод интерпретировать, как встроить JIT, как вот это все. Ты просто напихиваешь туда всякого, нажимаешь кнопку «Соберись», получаешь, значит, интерпретатор PHP. Это уже есть, интерпретатор PHP на этом фреймворке есть. Это как бы, ну, есть и реализация Ruby на этом же фреймворке, и реализация пролога, и реализация там как десятков лиспов каких-то, куча всего. Ну, то есть просто, да, это фреймворк, можно прям брать и работать. Понятно. Спасибо. Угу. Я понимаю, что эта тема как бы, ну, это несколько нишевая тема, да, ну, типа, кто из нас пишет языки. Так получилось, что я пишу, ну. Извините, я как бы о чем как бы, ну, знаю, о том и рассказываю. Вот поэтому вот так вот. Вот, спасибо.